реквизит. Так. Котиков. Хоум-видео какое-то. Уважаемый Павел Анатольевич. Что-то, блин, не то. Все. Ну ладно. Барсук. Барсук. Песня. Песня. Тихо в лесу. Ветер загнул сосну. До пятницы. Барсук. Барсучок. Барсучелла. Сегодня 28 июня. С прискорбием сообщаю. Блин, не то. Вихри враждебные веют над нами. Опять не то. Блин, Женя, что записывать-то надо? А, вспомнила. Сегодня же у барсука день рождения. Ёлки-палки. Дорогой наш барсук. Да ладно, что там? Павел Анатольевич, я так рада, что у тебя такой вот маленький, ну ладно, вот такой маленький юбилей. И что в жизни у тебя еще все только начинается. И тебе предстоит еще так много сделать. В общем, не бросай краеведение, пиши книгу. И барсучи почаще ногами, чтобы выкарабкиваться из всяческих неприятностей. Барсук, песня. Тихо в лесу, и ветер загнул сосну. Ходит и ходит по лесу барсук. Всю зиму и всю весну. Давай снова. Снова. С днем рождения, профильного уральского краеведения. Желаем тебе новых открытий, новых горизонтов, новых приключений и всего самого-самого нового. Снова в вот эту избушку в одном из своих старых постов барсук назвал самой гостеприимной. Потому что здесь можно послушать и попеть под гитару песни молодости. А еще эта избушка любит привечать туристов, краеведов и камнеедов. Так вот, от лица избушки и ее постоянных обитателей поздравляю Павла Анатольевича с юбилеем. Идут года, шторма, метель, листопады. Устава скрип, спины изгиб уже не тот. То в жизнь бросаешь, то в сугроб, то в перекаты. И сединой налит по лицам, и юга нас сметет. Но добреют, но веселеют эти лица, как споем, дружище, вместе за столом. Есть еще порох у тебя в пороховницах, да и ягоды. Но ягоды потом. С юбилеем, Павел Анатольевич! Снова в поход блогеров он зовет. Так я-то совсем не пою. Бляха. Синяя птица. За героя. Поздравляем Павла Анатольевича с юбилеем. А я хочу сказать ему и всем остальным, что благодаря Павлу Анатольевичу удалось исполнить заветную мечту. Я всегда хотел побывать на Мань-Пупынёре, и вот с помощью Павла Анатольевича побывал не только там, хотя даже два раза, не только там, но и на Алтае, и на Полярном Урале, ну и в бесчетное количество мест по окрестностям. Так что Павел Анатольевич вот такой вот человек, который в корне, так сказать, изменил мою жизнь, скажем так, сделав ее более разнообразной и интересной. Да, активной. Активной. И разнообразной. Еще раз пожелаю ему всего наилучшего, а всего того, что не за деньги. А это любовь, дружба,
ну и прочее. Да, Павел Анатольевич, благодаря тебе я прошла на лыжах практически самые красивые места на Чусовой. Я побывала на Северном Урале. Всю жизнь мечтала на Северном Урале побывать. Хоть тяжело было, конечно, походы всегда даются непросто, но это память на всю жизнь. И благодаря тебе, Паша, тебе здоровья и огромных успехов в дальнейших походах. И не забывай меня, Надежду Федоровну, бери меня с собой, ну, конечно, на более такие легкие походы, потому что я на тяжелые, конечно, не смогу. Счастья тебе! Счастья в труде и успехов в личной жизни. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опа, Gangnam Style. Анатольевич, самые горячие пламенные поздравления с самого красивого вида Новоуральска. С этой горы я шлю тебе долгих-долгих лет жизни, пожеланий долгих-долгих лет жизни, интересных туристических троп, много разных увлекательных дорог. И не только самому везде ходить, но и рассказывать побольше об этом нашим новоуральцам. С днем рождения! Барсук. Песня. Тихо в лесу ветер загнул сосну. Ходит и ходит по лесу барсук всю зиму и всю весну. Снова в поход блогеров он зовет. Синяя птица там за горой всех нас клюет порой. Завтра пойдем с ним мы опять в поход. Горки, пригорки, речки в лесу он нам все назовет. Надо сказать что-нибудь? Надо. С днем рождения! В общем, мы тебя любим. Gangnam Style. Оп, оп, оп.